When she's swinging, hey, like an orangutan, but you don't really wanna follow because every one of my boys bang her hand. Two bones, I don't call shit, shit. Where I was, cause I start shit, shit. Rage up, cause I'm Moshki, and this A stands for anarchy. My heart is an artsy. I don't wanna get car sick. Floating like a carpet, bitch, I'm higher than the star shit.
Здравствуйте, ребята. Здрасте. Представьтесь, пожалуйста. Вратарь Вест Хэма Полунин Михаил. И Дугинов Эдик. Поздравляю с победой сегодня. Спасибо. С крупной. Вот, вы как Михаил, старый капитан команды,
знаете ее наизусть, наверное, уже изнутри, и расскажите нам, что привело к сегодняшней победе и как она вам далась. Отличные трансферы. Вот. Если прошлая команда побеждала в основном за счет своего характера бойцовского, то эта команда, она просто сплошь и рядом техничные игроки, такие как Эдик, которые могут решать исход матча просто. Никаких проблем с соперником у нас сегодня не возникло. Я думаю, уверенная победа. Спасибо всем ребятам за игру. Все сыграли хорошо, и Вася Липин, и игроки обороны, и Ярослав Казачков. То есть можно всех перечислять очень долго. Все молодцы. Да, ну положа руку на сердце, как вы считаете, в какой команде вам больше нравится играть? В этой или в прошлой? Для нас нет видимых соперников, на самом деле, знаете. Хорошо, вы нацелили на чемпионство? Мы нацелили на чемпионство, конечно. Только первое место, в следующем году Лига чемпионов. Задачи, в общем, самые высокие стоят. Это и победа хорошо. В Лиге чемпионов. И по сопернику что можете сказать? Пару хорошая слов. Команда, у них вратарь сделал несколько хороших сейвов. По-моему, Вася Потапов. Вот. И некоторых игроков тоже можно выбрать. Петр Клим. Есть хорошие ребята. Миддлсбро, неплохая команда, с ними было непросто. Хорошо, щитки будете одевать на следующие игры? Щитки не знаю, но термобелье точно. Термобелье точно, да? Чтобы от травм. Да, берегите себя и свои ноги. Спасибо вам, с победой. Спасибо.